Мы на мосту через ЖД Ютербок. На пешеходном мосту. 1 января 2021 года. В новогоднюю ночь прошел снег. Небольшой снег, потом дождь. Потом все вместе. Вот снежок еще сохранился в некоторых местах. Собственно, мы из-за этого и делаем видео «Снежок» в этих краях. 1 января. Новый год успешно, надеюсь, все встретили. Начался он, надеюсь, для всех удачно. А мы же делаем небольшое видео прямо вокзал ЖД. И мы выходим с моста в сторону школы. Школа вон там просматривается. Это жилые дома с правой стороны. Они сейчас в настоящее время жилые. Их три дома. Вот они. Этот дом пустует. Часто попадается этот дом и все остальные объекты на видео, которые мы делаем совместными усилиями. Это вот элементы еще тех старых времен. А в настоящее время дождь идет. Вот этот мост в эту сторону посмотрим и дальше пойдем. Вот мостик, он недавно был реставрирован или отремонтирован. Какая-то морось летает на зонт наготове. Если потребуется, мы его воспользуемся им. Вот снежок еще. Этот дом пустует. Здание. Собственник у него есть, но почему-то никаких действий не производят. Не делает ничего. Вот и прямо направо. Сразу здание школы, потом будет направление к штабу дивизии. Вправо, а влево это все городок на Фуксберге. Улица Фуксберге будет. Капает дождь. Вот видны элементы, которые еще с давних времен. Видимо, забор был. Мы оттуда идем. Если объектив зальет, то я уже не специально. Здесь было часовой находился иногда. Или дневальный. Закрыто. Территория еще огорожена. Но там ничего нет. Уже пусто. И вот уже здание школы. Направо к штабу дивизии. Но прежде будут два новых дома, которые построили не так давно, буквально. Наверное, в этом году еще. Или же в том. ДОС один сейчас жилой дом. И дальше штаб. Штаб дивизии. Вот здание школы. Снежок. Вот еще видно на крыше снег. Брюкенштрасс, эта улица. Мы прошли с вами. Тут же автобусная остановка. Спортзал школы виден. Ну, в эту сторону, уже туда, к расположению батальона связи саперов. Ну, прямо ДОС находится. Многие объекты с правой стороны по улице Фуксберге. Все реставрированы, какие были возможны. Некоторые снесены, новые построены здания.
за этим, за этой улицей, там, где был пустырь, там, где был пятиэтажный дом, там целый городок уже настроен. Одноэтажные домики или двухэтажные, жилые дома. Если слышно, идет поезд, которого мы не увидали. Но зато мы его услышали. Лужицы, дождь виден. Он небольшой, но есть. Вот и все, мы посмотрели то, что хотели. Этот пятачок или участок, где все находится компактно. И вот расположение военного городка по Фуксберге здесь вот. И школа здесь рядом, и мост прямо. Жилые дома, здание школы. Подойдем давайте к школе поближе. Напротив здания вот снег. Все атрибуты новогодние соблюдены. Ну, кроме Деда Мороза мы не встречали снеговиков. Снег есть, елку мы видели в первом видеоролике на площади. Температура сейчас 3 градуса, 2 или 3. Тепла, конечно. Обычная зима для этих краев. Вот эти новые дома. Дальше за поворотом слева будет уже штаб дивизии. А прямо и направо будет ЖД вокзал. Всем все доброго, до свидания, до новых встреч. 1 января 2021 года. С Новым годом! Снег.